Всем привет, ребята, и вы находитесь на официальном канале Шарарама. И сегодня мы хотим вам представить топ-5 лучших мини-игр в Шарараме. Поехали! А нашу пятерку открывает мини-игра «Дары леса», которая считается одной из самых прибыльных игр в Шарараме. Цель игры – это собрать как можно больше съедобных ягод и грибов, попутно преодолевая препятствия. За игру можно получить определенное количество смешинок. 10 баллов приравниваются к одной смешинке. Следовательно, если вы заработали 500 баллов, то получите 50 смешинок. Мини-игра «Футбол» завоевала свою популярность за счет интересного игрового процесса и быстрого заработка смешинок. В игре участвуют две команды – «Акулы» и «Тигры», каждый из которых может быть от 2 до 3 человек. Цель же этой игры – это забить как можно больше голов в ворота противника. Награду за одну победу смешарик может получить 20 смешинок. Также существует так называемая система бонусов. Выиграв 10 игр, вы можете получить премию в размере 300 смешинок. Игра пользуется популярностью по заработку смешинок из-за своей легкости среди смешариков. Игроку необходимо распутать паутинку паучков, чтобы она не соприкасалась с другими паутинками. Награду за прохождение смешарик может получить от 67 до 78 смешинок. Мини-игра «Собери робота» чуть менее популярна среди игроков, однако является одной из самых лучших по заработку смешинок. Цель данной игры – это собрать робота по заранее составленной схеме. За сборку одного робота игрок получает по 100 баллов, а также дополнительное время. Данная игра считается по сути бесконечной. Так, за 1000 баллов смешарик может получить 52 смешинки и 52 опыта. Пользуется большей популярностью у игроков за возможность не только заработать достаточное количество смешинок, но и поучаствовать в поисках настоящего древнеегипетского клада. Задача игрока – это собрать как можно больше баллов и дойти до самого конца. Награду за победу смешарик может получить до 45 смешинок. Игра, которая по каким-то причинам не попала в данный топ, но все-таки мы не могли ее не включить в данный выпуск. Мини-игра «Смешарики» – пожалуй, одна из самых популярных мини-игр в Шарараме. Цель игры заключается в том, что вам нужно выбивать фишки другого соперника за пределы поля. Игра разбита на несколько так называемых раундов. Когда смешарик выбивает все фишки с поля, то он приближается ближе к центру, тем самым у него увеличиваются шансы на победу. Игру полюбило огромное количество игроков, в особенности на сервере «Суматоха», поэтому игра разместилась в данном топе. А согласны ли вы с данным топом? Пишите свои ответы в комментариях. Спасибо вам за просмотр данного видео. Если вам понравился данный топ, то обязательно оцените наше видео и подпишитесь на наш канал. А также не забывайте делиться видео со своими друзьями. А с вами в сегодняшнем выпуске был Данил и Олег. До скорых встреч!